Тела трех погибших обнаружили на пожаре в поселке Чагода. Как сообщает МЧС, происшествие произошло на улице Трактористов, 10. Загорелся деревянный трехквартирный жилой дом, две квартиры нежилые. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление со стороны нежилой части. На месте пожара обнаружено трое погибших, личности устанавливаются. Сотрудники ППС в Вологде по горячим следам раскрыли кражу. Около 3 часов ночи у одного из домов по улице Полярной полицейские заметили, как трое неизвестных несут что-то габаритное. Увидев патрульный автомобиль, мужчины бросили в снег предмет и попытались скрыться. Однако сотрудники задержали злоумышленников. Ими оказались трое вологжан, двое из которых ранее имели судимость. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а задержанные были доставлены в отдел полиции. В ходе допроса подозреваемые пояснили, что заранее договорились о совершении кражи металлических труб, хотели сдать их в пункт приема металла, а вырученные деньги потратить. Роли распределили элементарно. Двое несли трубы, третий наблюдал за обстановкой вокруг. Сейчас двое из подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В Череповце сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипедов. Установлена причастность мужчины к совершению 3 эпизодов преступной деятельности. В полицию Череповца в декабре 2020 года поступило несколько сообщений о краже велосипедов. Заявители рассказали, что имущество находилось в подъездах домов, где они проживают. Кражи были совершены в 2 районах города – Индустриальном и Зашекснинском. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения. В объектив одной из камер попал мужчина, который путем свободного доступа похитил транспорт и скрылся на нем в неизвестном направлении. На другой записи схожий по приметам молодой человек в дневное время похитил велосипед. Приметы подозреваемого показались сотрудникам полиции знакомыми. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался 26-летний череповчанин. Также полицейские установили, что мужчина ранее привлекался за имущественные преступления. Его задержали, злоумышленник признался в преступлениях, возбуждено уголовное дело.